Рождество – один из главных праздников христианства. На ночную божественную литургию в храме святителя Николая села Ермолино собралось немало людей. «И собрав вся первосвященники и книжники людские, вопрошаша от них, где Христос рождается». Рождественские мероприятия состоялись, несмотря на пандемию коронавируса. Однако прихожане внимательно отнеслись к соблюдению санитарных норм. Пропустить ночную службу не могли, ведь встретить Рождество Христово в храме уже традиция. Бабушка была набожная, мы всегда ходили в церковь. И для нас это праздник был вот Рождество, Пасха. Мы всегда все вместе отмечали это, встречали. И в церковь всегда ходили, на ночную, там, на утреннюю службу. В семейных традициях нет, я пощусь, и поэтому это для меня вдвойне праздник. Рождество Христово и окончание поста. Наверное, прежде всего пытаемся донести это до детей. Хотя даже уже до взрослых, что это праздник все-таки семейный, добрый. Добрые традиции должны быть соблюдаться. Что семья, наверное, после Бога – это самое главное. В семье Акуловых к Рождеству относятся по-особенному. Помимо посещения храма в праздник, они соблюдают и свои традиции. Перед церковью надо обязательно помыться, потому что все грехи снимают, и надо идти в церковь. Ну, традиция такая старинная. По старинке всегда считалось, что Рождество Христово, он как бы даже серьезнее праздник, чем Новый год, дни рождения. Вот. Ну и как бы у нас традиция, мы всегда и на Рождество, на Пасху ходим в церковь с семьей. А сразу после праздника Рождества Христова у православных россиян начались святки. Особый период до 18 января, посвященный радости рождения Христа. Александра Столярова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.